Я сказал, сегодняшний матч прошел, мне кажется, интересным, и ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Во-первых, хотел бы поздравить и команду Невшия, и нашу команду с выходом из группы, с продолжением игр на кубок, и чтобы обе команды, чтобы получилось, чтобы вышли, если возможно, конечно, и до конца. Можем это дальше. Это желаю, чтобы была удача и у них, и у нас. Во-вторых, мы пришли сегодня здесь. Месяц назад играли игру на чемпионат. Она была очень интересна. К сожалению, мы пропустили на концу игр. И мне кажется, что это могла быть ничья. Может быть, маленькая сатисфакция за эту игру, где мы пропустили на концу. Сегодня сыграли ничью, выходим из группы, и мы, и они. Что касается игр, у нас был какой-то план, и мне кажется, он сработал до момента, когда Абдурахимов Сардор был на поле после его выхода. Мы играли вторым номером, не было легко, но выдержал. Спасибо. Сауалларга утамы, сауалларга мархамат. Здравствуйте. Первый тайм, очень хорошо играли. А что вам не хватило победить команду Невши? То есть, хочется сказать, что не сохранили победный счет, да? Что нам не хватило, потому что мы пропустили вели счет 1-0, это ясно, как день, пропустили, позволили какую-то ошибку, не знаю, там говорят, что была рука перед голом, но не хочу обсуждать этот момент. Мы сработали хорошо, когда получили гол. Что касается то, что не победили, мы знали, что у нас сегодня не будет много моментов, потому что вот эту организацию, с которой мы играли, мы ожидали, что не будем много быть наверху и в штрафную соперника, но все равно хотели попробовать вне штрафные бить поворотом. Получилось первый тайм, но не сохранили. Вот. Это причина. Саваллар болса, мархамат. Есть вопросы? Нет вопросов? Тогда поблагодарим. А, есть, да, давай, пожалуйста. Хотел спросить, какова его возможность, когда он появится на поле? У Забахла, у Римбаева идет восстановление. Мы надеемся, что он на следующей неделе приедет. Бекабад, с начала месяца приедет Бекабад и будет не сразу в общую группу, но будет там восстанавливаться. Продолжение его восстановления, к сожалению, это нам мешает, конечно, нам его не хватает, но спешить с травмой, с восстановлением, с травмой, которого у него было, с операцией, которую он перенес, это бы не было умно, конечно. Поэтому мы все ожидаем скорого возвращения, но на данный момент тоже чуть-чуть подождать. Понятно. Ну, если вопросов нет, поблагодарим Веску Стешевича за подробный комментарий и пожелаем команде удачи и побед в следующих играх. Спасибо большое. Спасибо вам тоже.